Друзья, это просто чудеса. Российские звезды признались друг другу в любви. Максим Галкин, Николай Басков и Сергей Мазаев, ну, очень нежно и пронзительно смотрятся друг с другом. Басков признался в инстаграме у Галкина, что соскучился по творчеству и зрителю. Они собрались на одной сцене, за ними уже шарики и хвойные деревья. Трио вмешался и четвертый мужчина, именно Игорь Крутой. Ему понравилась такая задумка, и вот что он пишет. И спелись, и спились. Класс! Насчет того, что спелись, это я вижу, а спились ли, тут я не эксперт, поэтому во всем доверяю Игорю Крутому. Оценил тандем также Игорь Николаев, пишет, что браво, супер трио. Тут же Хибла Герзмава пишет классную, подключилась Алла Борисовна Пугачева, она осыпала комплиментами Галкина, пишет талантливый человек, талантлив во всем. Ну что, к съемкам готов. Судя по видео в сторис, видно, что Галкин в приподнятом настроении. Несмотря на пандемию, он нарядился на съемки. И вот мне кажется, что, скорее всего, съемки для его YouTube-канала Musicality. Кстати, вполне интересная у него программа. Можете посмотреть, ссылка будет в описании под этим видео. На мой взгляд, получается очень весело. Полвека по утрам пьет кровь девственниц. Человек, которого эти девственницы слушают. Вообще, Галкин отрывается по полной, купается в море на доске, которая чем-то напоминает акулу, либо же морской скутер. Это что, видео? Обучил детей патриотизму. Чтобы снились всегда только добрые сны. И очень необычно занимается фитнесом. У Николая же Баскова не только праздники, но и горе. Год, как мне стало его папы, установили красивый памятник. Третью же из трио Сергей Мазаев, перед тем, как исполнить «Я люблю тебя до слез», говорил про День Победы. Святой день нашей истории. Друзья, знаете, я заметил, что несмотря на какие-то положительные, позитивные моменты, да, на то, что есть какая-то искорка в глазах, видно, что действительно звезды скучают по тем будням, которые у них были, по зрителям и по концертам. Но судя по тому, что пандемия пошла на спад, есть надежда, что все еще впереди. Напишите ваше мнение, что думаете по поводу всего, о чем я рассказал вам в этом видео. Можете также оценить его, подписаться на канал, и дальше будет что вместе обсудить. Я искренне люблю каждого из вас и желаю вам счастья и только шикарного настроения. До встречи!